депутаты окружного совета депутатов от «Единой России», исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, сторонники партии приняли участие в митинге, посвященном памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В конце осени 1986 года завершилось строительство объекта «Укрытие» – гигантского саркофага, который закрыл разрушенный четвертый энергоблок и остановил распространение радиации. Неофициально эту дату называют «Чернобыльским днем Победы».